Топором умеешь махать? Я случайно услышал ваш разговор. Что такое испытание пути? На Анскеллиге веками молодые мужчины проходят путь. Только тогда они становятся настоящими воинами. Можешь что-нибудь рассказать об этом испытании? Спроси старого Гуннара. Он мастер ритуала. Он у подножия горы Ардворг живет. Ведьмак? Знаю я таких, как ты. Что-то вы плохо выглядите. Зайдите. Хоть меду выпить. Сегодня испытание прошел сын Анскеллиг. Выше мечи! Выше кубки! Он достоин носить меч и покрыть свое имя славой. Выше мечи! Выше кубки! Тебе здесь делать нечего. Привет. Приветствую, незнакомец. Выпей с нами. Покажи мне свои товары. Будь здоров. О, сиськи! Мы служим той, что вечно Дева Мать Истабура. Мечами? Если кто умеет сражаться, то ему вполне хватит одного. Я тебя не знаю, ты меня не знаешь. Что случилось, уважаемый? Когда-то эти острова были только для нас. Ни один чужак не смел сюда сунуться. А если осмеливался, то уже не возвращался. Добрые были времена. Наверняка не для тех, кто сюда попадал. Ты Гуннар? Кто спрашивает? И зачем? Я хотел бы пройти путь воинов. До сих пор ни один чужак на это не отваживался. Но если тебе жизнь не мила, попробуй. Что я должен делать? Путь расходится на две части. Одна ведет к горным вершинам, другая в недра земные. Пройди обе, и докажешь свое мужество. Расскажи мне о горном пути. Он пролегает по хребту горы Ардворг. На вершине ты найдешь алую шаль. Принеси ее в доказательство того, что побывал на вершине. Звучит не слишком сложно. Ты плохо знаешь наши горы. Может, ты расскажешь побольше о подземном пути? Это какая-то пещера? Да. Но проходы, которые к ней ведут, затоплены. Ни один человек с большой земли не сумел через них проплыть. Этому надо учиться с детства. С молодых ногтей ловить жемчуг. Посмотрим. Что будет дальше? В конце грота тебя ждет неожиданность. Возьми то, что найдешь там, и принеси мне. А что за неожиданность? Увидишь, если доберешься. Если гарпии тебя не порвут. Да, можно попробовать. Мало того, что чужак, так еще и глупец. Что же, от этого нет лекарства. Отправляйся на вершину горы Ардворг и принеси алую шаль. Потом надо добраться до пещеры. Там есть еще одна вещь, но о ней я тебе не скажу. Иди, покажи, чего ты стоишь. Воистину, медвежью... Напомни, что надо сделать, чтобы... Собирается встать на путь и даже не помнит, что должен делать. Отправляйся на вершину горы... Принесешь мне ее в...
Напомни, что надо сделать? Собирается отправ... Принесешь мне ее вместе с шалью. Воистину, медвежью услугу оказалось. Пошла. Лучшее оружие ни к чему, если слабая рука его держит. Правда? Что за гнусное место? Мы тебя поправим.
не боится. Плотва не так. Быстро. Порядочные люди живут. О! Нет? Какие вести ты принес? Испытание было нелегким, но я справился. Вот доказательство. Ты первый чужеземец, который с этим справился. Тебе надлежит воздать почести. Я прослежу, чтобы весть о твоем подвиге разошлась по 5 островам. Воистину, великую услугу оказал своему сыну Бернабрат. След обрывается. Надо бы осмотреться, поспрашивать.
Старушку мою спросите. Я, глянь-ка, у нас гость. Что ж вы тут забыли, Милздарь? Заблудились, али как? Нет, я кое-кого ищу. А-а-а, ну, поможем, чем сможем. Что это за место? Деревня. Не видите, что ли? Я вижу брошенные хаты. А, только мы тут и остались. Молодые все в город подались. А старики померли. Правду я говорю, я... Ага, правду. Я ищу Фолкерта. Низушек со светлыми волосами. Не встречали такого? А, был тут такой, был. Травки искал какие-то. Он был ранен? Я видел следы крови. И они ведут сюда. Да вы словно своими глазами видели. Волки на него напали, и он прибежал сюда схорониться. Я ему говорила: вернитесь вы в город, барин. Хватит уже с вас. А он уперся, что должен сперва цветочков своих нарвать. Снова в лес пошел, да уже не вернулся. А ночь... Такой вой был слышен, аж мурашки по спине. А где тело? Должны же были от него хоть башмаки остаться. Мы не искали, мы люди старые. Где уж нам почаще плутать? Счастливо оставаться. Привет. Я уже знаю, что стало с Фолкертом. Ну так говори же, я ж тут с ума схожу. Свидетели говорят, что на него напали волки. Он был ранен, но вернулся в лес, чтобы собирать травы. И видно, второй раз ему не повезло. Эх, золотой был паренек. Совестливый, порядочный. Жаль его. Ну, что ж поделать. Вот ваше золото. Достатка вам. Привет. Позволь, я взгляну. Прощай. Приветствую, незнакомец. Не найдется ли минутка для беседы?
Из Афира путь не близкий. О, долгий и полный опасностей. Но, как говорят у меня на родине, риск — это честь. Я это запомню, хоть и не могу согласиться. Пойти на риск способны многие, а вот с честью у людей проблемы. Ибо важно, с какой целью ты идешь на риск. Я прибыл сюда встречать неизведанное и добывать славу для себя и для моего владыки. Нужно познавать мир, открывать новые земли, добывать знания и делиться ими. Ах, есть ли в жизни более прекрасное переживание, чем восторг от нового и удивление неустанному труду сотворения мира? Значит, это лагерь первооткрывателя и философа? Разумеется. Я хочу изучать ваши обычаи, обмениваться знаниями, торговать с вами. Я нашел чертеж, наверное, афирский, так что я не могу его расшифровать. Ты поможешь мне? Я узнаю эти пометки. Когда мы прибыли сюда, у нас случились неприятности с туземцами. Проще говоря, на нас напали. По этим чертежам можно создать великолепное снаряжение, достойное короля. Они стали бы подарком для местного владыки, но если ты поможешь мне их найти, я сделаю для тебя копию, понятную вашим мастерам. Это честная сделка для нас обоих. Я помогу тебе найти твои чертежи. Эти разбойники были похожи на рыцарей, что особенно скверно. Ну и где на вас напали? На перекрестке дорог рядом с лесопилкой. Кажется, к северу от того места были руины особняка. Посмотрю, что удастся сделать. Рад тебя снова видеть! Пожалуйста, расскажи мне о своей родине. Конечно, если у тебя есть время. Если у тебя оно есть, о своей родине я могу говорить часами, пока ты в силах слушать. Земля, которую вы зовете Афиром, на самом деле дом для многих стран и народов. Афир — это бескрайние степи, неприступные горы, чистейшие озера и непролазные чащи. Это павшие империи. Царство в зените славы и племена, не знающие царей, но хранящие сказания о временах, когда мир был молод. А из каких мест родом ты сам? Я из города, чьи чудеса затмили бы золотые башни Нильфгаарда. Это отчизна философов, врачей, математиков и чародеев. О них лучше расспросить моего друга, ведь он сам мастер рун. Я его расспрошу. У тебя хороший жеребец. О да, Бальбека — мой верный друг. Он мудрее многих людей. Мы выиграли множество скачек. Так ты не только исследователь, но и наездник? В наших краях даже маленькие дети ездят верхом. А конные скачки — любимое развлечение. Я наслышан о резвых афирских жеребцах. Не хочешь ли устроить состязание? Наши кони стремительны, как западный ветер, и я с радостью это докажу. Будем состязаться. Скакуна!
Четыре скакуна! Эфирские жеребцы быстры, как ветер, но мой конь ни в чем им не уступит. Поздравляю. Прошу, прими это седло в награду и на память о нашей гонке. С ним ты сможешь скакать еще быстрее. Благодарю. Как тебе новая одежка, плотва? Ха! То, как ты относишься к своему коню, многое о тебе говорит. Один из наших мифов рассказывает, как небо и степь полюбили друг друга, и от их любви родилась кобыла. А, люди тогда были слабы и страдали от разных бед. Кобыла кормила их своим молоком, и люди стали сильны, а затем позволила оседлать себя. Так люди стали воинами. Предание учит нас уважать коней, благороднейших из животных. Красивая легенда. Спасибо за нее и за состязание. Могу я посмотреть, какие товары вы привезли из Афира? До свидания. Да славится вечное дело сотворения мира. Будь здоров! Приветствую. Привет тебе, и да славится вечное дело сотворения мира. Ты только не обижайся, но прославлять в этом мире особо нечего. Нордлинги, вечно на все жалуетесь, ходите с кислыми минами. Человек поздоровался, а вы уже готовы в драку кидаться. Ну, в этот раз уже как будто я жалуюсь, а ты, видно, пришел по делу. К сожалению, я ничего не могу для тебя сделать. Я лишился всего имущества вместе с инструментами. Ты ремесленник или чародей? В вашем языке нет подходящего слова для моей профессии. Я ученый и художник. Немного ремесленник, а немного маг. Слышал ли ты о геомантии? Или о рунотворстве? Не слышал, но слово «рунотворство» говорит само за себя. Верно. Но я не только создаю магические руны и глифы, но и связываю их
в могущественные слова силы. У моего искусства также есть магическое назначение. Правильно подобранными руническими камнями можно укрепить меч, а сложенное из них слово даст оружию большую силу. То есть я могу составить слово из глифов и укрепить им оружие. Иногда люди нанимают меня выручать их из беды. Мне уже случалось отыскивать потерянное добро. Мне ты ничем помочь не сможешь. Корабль, на котором я плыл, утонул в открытом море. А купить новые инструменты религия не позволяет? Их делали под заказ, по моим эскизам. Стоили целое состояние. А все деньги, что я вез с собой сейчас в темной бездне, вместе с инструментами. Похоже, твое ремесло может быть для меня полезным. Кроме того, я решил не бросать тебя в беде. Я раздобуду для тебя деньги, а ты взамен изготовишь для меня руны и глифы. Ты уверен? Речь идет и правда о значительных суммах. Даже самые простые глифы требуют дорогих инструментов, не говоря уже о более сложных, а тем более глифах мастера. Не боись. Я чувствую, что для меня это будет хорошим вложением. Интересно, что тебя сюда привело? Просто жажда знаний. Мой мастер научил меня всему, что знал сам. Я выучил все языки соседних стран, затвердил имя каждого растения и каждого зверя. А стоило рисковать, отправляясь в столь далекое путешествие? Дома я мог бы жить в достатке и уважении. Так ценны и прекрасны мои творения. Но в этой жизни я не мог бы реализоваться. Мир велик и разнообразен, и он все время создается снова. Наш мир — это загадка, и он говорит с нами через символы. Я хочу выучить язык мира, понять знаки, которые он нам посылает, и порядок их написания. Так я постигну принцип творения. Когда ты рассказывал о своем искусстве, ты говорил как человек веры, не как ученый. У вас вера и наука разделены. А там, откуда я родом, святые отцы — это одновременно и ученые, которых ценят за их мудрость. В каких богов вы верите в Афире? Это зависит от региона. Меня воспитали в вере в единого Бога, который и есть мир. Бог говорит с нами через символы, а мы приближаемся к Нему, изучая Его язык. Символы — это руны и глифы? Это лишь знаки, вымышленные людским умом, чтобы проще было описывать мир. Однако в них есть магическая сила, а всякая магия идет от Бога. Когда я творю руны, когда складываю их в слова, я молюсь, а когда заклинаю ими меч, то даю благословение. У меня при себе есть деньги. Этого хватит? Ну, для начала. Дорогостоящее ремесло. Мало того, деньги — это еще не все. Мне также понадобится весомых размеров нефритовый камень. Я посмотрю, что удастся сделать.